В Магадане идет активная подготовка к всероссийской переписи населения. В первую очередь введут обход частного сектора, так как не на всех домах присутствуют адресные таблички. Об этом рассказал мэр Магадана Юрий Гришан на еженедельном брифинге. Адресная дезориентация может затруднить не только проведение переписи, но и оказание медицинской помощи жителям домов. Работа ведется, актуализируется адресный план, все это уточняется, вносится в федеральную информационную систему с тем, чтобы мы показали абсолютно объективные цифры, сколько сегодня реально людей живет в городе Магадане, и увидим в том числе и много других вопросов, связанных с таким вот раскрытием по профессии, по возрасту, по детям. Мы иногда не все знаем о количестве детей, проживающих здесь. Это тоже все покажет перепись населения. Я говорю это потому, что у нас идет внутрирегиональная, в том числе миграция, эти вещи в том числе будут уточняться во время переписи населения. Постоянно проживающие, временно проживающие, там мигранты и так далее. Всероссийская перепись населения начнется 1 октября 2020 года. Для этого из федерального бюджета выделили 50 миллиардов рублей. Последнюю перепись проводили в 2010 году. Тогда на ее проведение дали 17 миллиардов рублей.